Прежде чем приступить к рассказу о Ханкославе, я думаю, стоит сказать, зачем нужно, почему необходимо даже Ханкославе. Во-первых, это само по себе добро, религия хорошего настроения, учит всему хорошему, как на самом деле, чтобы не получилось наоборот. Но это потом. В этом потом. Прежде всего, Ханкославе нужно. Почему мне вот как мне пришло откровение, что оно нужно, да? То есть, по-другому никак не донести идею о вреде религии, да? Как я убедился. Сколько книг уже написано, сколько всего сказано эту тему, уже ложь очевидна, преступление очевидно. Это история невероятных жил и невероятных преступлений христианства, да? Ложь очевидна, преступление очевидно. Все, блин, вот очевидно, что это бред. Всем должно быть очевидно. Но нифига. И вот пытаешься объяснить, что бесполезно мне. И поэтому через рассказ о жопе Хэнка, да, вот, родилось откровение о Хэнке. И что вот таким образом только можно донести абсурдность и нелепость религии. Через шутку. Через пародию, как сказали бы конкурент. На самом деле это не про один религия, это еще одна единственная истинная религия в Ханкославе. Вот. Она собрала истинную и самую истинную истину из всех других религий, поэтому она сама истина. Вот, по-другому не донести. Только вот они говорят, я верю в Христа, я верю в Магомета. Вот у меня такие-то правила, да, дебильные. Я верю там в еще кого-то. Вот у меня такие-то вот писания, блин. Ну, там пока. Вот у меня такие писания, там, и так далее, будут загонять там. Как объяснить, что это бред, что это неправильно, что это ложь? Это приводит ко всему плохому. Невозможно, на самом деле. Вот так вот. Логически. Да, это долго, во-первых. Не каждый поймет, не каждый захочет что-то слышать и услышать. Поэтому через пародию, как сказали бы конкуренты. Через, то есть, еще одну из самую единственную истинную религию, как на самом деле, да? Потому что это не пародия, это истина. Вы верите в Христа, в триединственного Бога, Бога Отца, Сына и Святого Духа? Хорошо. Не буду с вами спорить. Я верю в Ханка. Они верят в то, что он пострадал 2000 лет назад, его распяли, били, пинали, плевали, он терпелся. И это для того, чтобы освободить нас от грехов. Вот. Ну, они верят в это. Хорошо. Как доказать, что это чушь? Никак не докажешь. Они верят в это. Я верю в Ханка. Я верю в Ханка. Почему нет? Почему, если есть Христос, там такой бред невероятный просто. Религия, это несточимо просто. Это очень шуток. Вот, а я верю в Ханка. Я верю в Ханка, летающему корону монстра, Сына Божьего. И невидимую, святую зеленую невидимую утку. У меня все логично. Наша религия еще абсурднее, чем ваша, значит, она истина. Вот таким образом только можно с ним бороться. Это раз. Во-вторых, все время повторять, что все религии срут на бошку, блин, эти все проблемы, блин, все время разоблачать. Это невозможно. Даже если мы их победим без этого, остановим этот маразм, который тянет нас в ад, буквально-таки, то пройдет 70 лет, как при коммунистах опять, да? 70 лет пройдет, и все опять. Опять мы увидим тоже еврейский цирк. Или что-нибудь еще такое. Хуйню какую-нибудь. Как, кто бы мог подумать, когда была революция, да, в 17 году. Столько разоблачали, блин. Все уже понятно, по-моему, было. Но как бы уже не может, казалось бы, такой абсурд, такой бред. Не может через какое-то время это возродиться. Все, наука шагнула вперед. Там все же люди в космос летают. Но все равно. 70 лет прошло. Ну, хотя этот бред никуда не исчезал. Но 70 лет прошло. И, пожалуйста.
опять этот религиозный маразм, он крепчает и крепчает и крепчает. Да? Стоит расслабиться, они опять паятся. И все повторится снова. Мы не можем все время повторять, что вот все религии говно, они зло, это ложь и так далее. У людей есть потребность тоже у них. Свою нишу они какую-то занимают. Вот. Потребности человека, да? Ну, что поделаешь. Ну, в общем, повторять, что против с ним бороться, мы не можем. Но мы можем создать конкославию, новую мировую религию, и через конкославие доносить абсурдность, рассказывать об абсурдности, нелепости и вреде других религий. Вот. Есть очень много у меня идей по ее продвижению, флешмобов и акций всяких, и вообще других идей по продвижению конкославия. Да? Очень смешно, мне кажется. Вот, мы можем давать рекламу. Рекламируя свою религию везде. В интернете, в газетах, в билбордах, везде, где угодно. Везде абсолютно. Как вот религия. Она рекламируется везде, да? Мы не можем говорить все время, религия это вредно, религия это вредно, да, и везде там. На телевидении там, в интернете, везде крутить эту рекламу. Это рассказывать об этом. Это очень долго. Никогда не всем это интересно, не все поймут. Во-первых, это вот, ну, нельзя вот как-то. Против. Всего, против чего-то все время выступать. Вот. А рекламировать свою религию и приводить людей к Хэнку мы можем сколько угодно. Вот рекламу и забросать просто все информационное пространство. Да? Мы можем, вот такая идея, создать мини-сайт, на котором продавалось бы дома в Царстве Небесном. Дома с электричеством. Кстати, в каком-то 1914 году уже еще, или каком-то таком, монах Митрофан написал, что вот в Царстве Небесном, вероятно, дома с электричеством тоже. Там они представляли его смешно, пипец. 1914 году дома с электричеством. Ну вот, будем продавать дома с электричеством через этот мини-сайт. Партнерскую программу сделаем хорошую, чтобы люди хорошо зарабатывали. И вот, кто хочет поддержать, тому можно сертификатик еще о том, что вот теперь у вас есть дом в Царстве Небесном. Да? То есть это мини-сайт, например, можем рекламировать везде. И через партнерскую программу его рекламируют через других людей. Благодаря партнерской программе через, рекламируют вот, через других людей. То есть люди приходят на сайт, и там мы рассказываем им хэнкославие. Можем просто что вот, приводить людей к хэнку. Знаете ли, вам надо, ну, как-то понятно, да? То есть так же, как Христос. Такие объявления давай, да? Объявления о газетах, радио, телевидение, везде, 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 везде славить Хэнка, чтобы они пришли к Хэнку. Короче. Вот. Если мы против чего-то, то мы так делать не можем. Это два. В-третьих, потому что хэнкославие – это религия хорошего настроения. Прежде всего, да? Она приучает, это вообще хорошая вещь, да? Она приучает к тому, чтобы чувствовать себя хорошо. Настроение было хорошим и стремиться к счастью, чтобы. Христианство настроение опускает, а мы будем поднимать. Вот. И хэнкославие будет учить, как устроен мир на самом деле, управлять своими эмоциями, а не так, как христианство, делать их неуправляемыми, подконтрольными другим. Критическому мышлению рассказывать об этом, да, и видеть противоречия и абсурды, а не замечать их. Вот, например, наша церковь, ой, наша религия, то есть сделана из многих очень истин, скажем так, абсурдов, да. Все религии истины, да, а наша самая истина.
пожалуйста, три единства. Вот получается у христиан многобожие. Отец, Сын и Дух Святой. Но они говорят единобожие. Ладно. Ну у нас тоже. Вот. Это же абсурд. Да? Единобожие с тремя богами. Блин. А у Мормонов там вообще круче. Там вот. Они в теле прям. Ух, блин. Мормоны круче всех вообще. Мне понравилось больше всего. Больше бреда я нигде не слышал. Вот. И блядь, хуево получается. Переделал, съебался, честно говоря. Вот. У нас зеленый Святой Дух. Это святая зеленая невидимая утка. Да? То есть надо понять, насколько все правильно и логично. Например, вот таким образом, да? Наше священное писание – это анекдот. Но это я же увлекся. Рассказывать про другое. Лучше это потом. Ну, короче, религия, хорошее настроение – это вообще хорошо будет. Вот. И служить обратным целям, чем христианство. Вот.